аккумуляторами не теряют. Рады видеть наших. Приятно. Я уже как будто в России. Что, о чем вы говорите? Чувствуете? Отлично. Прекрасно. Наконец возвращаемся в Россию. Мы очень счастливы. Мы рады видеть вас. Русских людей. Как вы отреагировали на то, когда узнали, что военные за вами ребят, что вас не забыли? На самом деле в полном шоке. Это были. Так интересно, приключение такое. Да. В общем, и мы классно. До сих пор не знаем, куда мы летим. Да, пока еще не известно. А вы знаете? Вы летите домой, это точно. Да. Чувствую нормально, в общем-то, все так и должно быть, армия должна заниматься такими вещами. В общем-то, все нормально, надеюсь, долетим хорошо.